Ничего, здорово, пацаны. Короче, всем привет. Особенно девочкам, что любят меня, да, как говорится. Ну что, у нас сегодня такое незапланированное интересное видео. Еду я в магазин, покупаю реквизиты, а потом мы едем в лес. Зачем? Зачем вы сейчас узнаете, ребятам? Чем-то магаза. Так, что, ребята, реквизиты взял, а именно, это фольга. Это бутылочка небольшая, газированная водичка. Ну, как вы понимаете, вода нам не нужна. Ну, вы же меня понимаете. Так, выливаем воду, едем в лес. Вот, там, это, понимаем, куда нам ехать дальше, короче, небольшие эти туда-сюда, но вы поймете. Ну, и там уже на локации встречаемся, все это дело. Ну, вы же меня понимаете. Короче, поехали. Вот мы приземлились, приехали на локацию, нужное место. Сейчас, подождите, мне нужен главный ингредиент. Одну секунду. Не снимай что-то. Ну вот, я сделал свое грязное дело. В моче очень много щелочи, я вам говорю. Вот мы тут нашли секретные ингредиенты. Вот такие шарики, а даже фольга. Вы что думали, бля? Эй, ребята, каждый думает в меру своей испорченности. Да ладно, чего подумали, нормалек. Короче, засыпаем сюда. Вот столько, думаю, будет хватить. Да, досыпем все. Так, закрываем. Просто так трясем немножко. Поставим сюда на горочку. Оп. Ну, пока можно вот так, с брези, наверное, будет снимать. По идее, должна пойти реакция. Должно быть весело. Будем снимать издалека. Потрясем так посильнее. О! Всегда было весело. Пока поснимаем брюшку, надо отойти, потому что когда моча попадет в глаза, тем более моя, это будет жопа. Это непонятно. Долгая реакция, надеюсь, пойдет. Смотрим внимательно. Внимательно смотрим и ставим лайк. Не забывайте. Что, как говорят, первый блин, бля, всегда комом. Очередная моча, более белого, прозрачного цвета. Наша фольга, ребята. Надеюсь, сейчас все получится. А что должно быть? Должно въебать, блядь. И въебать конкретно, чтобы все оглохли, блядь. Как мы любим. Так, думаю, достаточно будет. Смотрим. Так, что какой-нибудь наверх поставим, погнали. Разумеется, потрясем. А если такая машина не поедет с ними, чтобы меня охуели? Хотя, похую. Ну, что-то слабенько. Вот раньше это было сразу, все как положено. Смотрим. Но он вообще дымок пойти. Но здесь вроде как-то поинтересней. Это что за шляпа? Так. Так, это вроде оно. Так, отходим чуть подальше. Но она должна раздуваться. Смотрим. Раз, два. Ха-ха. Ну что, ребята, это НЗО настоящий heavy metal. Просто бутылка с дыркой. Просто нам скучно. Такой образ жизни, ребят. Не закончится благополучно. Ну что, теперь по хардкору. Давайте зарядим, блядь, 3-4 бутылочки и ебанем так же. Ну. Погнали. Еще мусор мы не выбрасываем. Как вам? Разъеб. Как говорится, одна говорит хорошо, а две лучше. Так, одно ставим сюда. Другую ставим вот сюда. Посними пока поближе-то. Когда будет пиздец, я побегу. Смотри. Реакция пощёль. Нет, там сильнее пощёль. Лайк и подписка, ребята. На самом деле это не моча, это крот. Все, наверное, знают. Но интрига-то была. Так, надо съёбывать. У меня оператор вообще нихуя не слит. А я боюсь, бля, ебать. Раз, два, три. Ну,
Одну, другую снесет, не снесет. Папа! Во второй слишком мало фольги, судя по всему. Смотрите, как ее распидорасило, по прямой говорить. Сейчас-то тоже должна, наверное. Подождем. Мало-мало фольги. Что, раздувается? Или нихуя? Посмотри. Ой, отойди, она нормально, ты не понёт. Да, снимай. Просто нужно немножко чуть больше времени. Так, готовим следующий снаряд, допиваем. Коль пошла такая пьянка. Надо было 5-литровую убрать. У меня не было. А у меня есть много. Она тут просрет. Ой, блядь. Ой, блядь! Надо больше фольги было. Бух! Раз, два, три. Банки хуй! Все, блядь, кино не будет, электричество кончилось. Как эпатажно. Ребят, короче, сейчас последняя бутылка осталась, такого фреш-бара. Будет интересно, когда будет надуваться. Ну, потому что эта этикетка слезет. Короче, я допиваю эту херню. Готовим ингредиент, ну и напоследок ее тоже ебанем. Так что погнали. Ну что, ребят, добавляю ингредиенты. Я вот тот этот, фу, не сыпется. Думаю, это будет красиво, надеюсь, громко, также эпично. Так, это забираем, там покажу разорвавшиеся. Поставим прямо на дороге или сюда наверх. Буду держать ее по максимуму долго в руках. Мне просто кажется, интересно, эта хуйня отлетит. Посмотрите на нее, какая она красивая, четкая, что с ней сейчас станет. Приготовим для нее место. Давай, бля, машина, давай быстрее, бля. Иначе придется какая-то фаер-соло там выкидывать. Пропускаем машину, машину не снимаем. А, ты просто убрала? Красава, все, извините, бля. Фальс момент. Ай, шипит, ой, ухо греет. Так, как будем ставить? Будем ставить. Может, я, кстати, в сугроб погружу так хуяк, как ее расхуярит. Ну, не будет видно, как она будет туда-сюда вот это делать. Поехал, туда-сюда. То есть, смотрите, это неплохая тренировка так. Левый, правый, можно двумя. Ну ладно, выебаться не буду, я одной. Желтома тюльпана, вестника разлука. А что она не хочет? Долгая реакция, это судя по тому, что мы сделали большие кругляшки этой херни. Так, дай-ка мне курилочку. О! Ой, блядь, напор пощёль. Так, держим по максимуму в руках. Ну вот, блин, как последний дрин с колом. Ну-ка так. Курение вред. А это еще хуже, ребят. Бросил, как говорится, поменял зависимость на другую. Ну и шо ты? Ладно, поставим, не будем ее тревожить. Мы поймем по характерному раздуванию бутылки. Садимся в позу ждуна. Не хочет. Тик. Ну вообще неинтересно. Ускорим процесс. Надо было побольше налить. А все это экономия. А экономия должна быть экономной. Когда работаешь особенно в Яндекс.Такси в этом тарифе. Шумит. Ебал, а в чем прикол-то? Опа. Так,
Тихонечко откроем. Нет, реакция еще медленно пошла. Можно не убегать, как полуебнутый, как обычно это я делаю. Ну, опять-таки, скажем, пока бутылки. Пошли. Ох, как ее расколотило тогда. Посмотрите эту красоту. Ну что, ребят, на этой ноте мы с вами прощаемся. Если вам понравилось, то ставим лайк, подписываемся. А я поехал домой. Всем пока.